Привет, друзья! Не было давно у нас кулинарного поединка, кулинарного видео. И хотелось немножко окунуться в прошлое время. Мне кажется, процентов у 70, может, у 80, когда вы маленькие были, приезжали к бабушке, и у ней почему-то все было вкуснее. Яичница, картошка, пирожки. Все какой-то другой вкус. И она и картошку по-своему жарила как-то кружками. К чему это видео веду? Я сейчас лазил на чердаке. И в плите, на чердаке в плите, представляете, нашел вот эту сковородку старую. Ее хотели выкинуть. Она в духовке плите валялась, и вот в этой сковородке, в старой. Раньше бабушка жарила картошку, и было очень вкусно. Конечно, в первую очередь, все зависит от сковородки. Ну, такую сковородку, естественно, я не буду ставить на индукцию. Мы попробуем сегодня повторить этот рецепт. Из меня жарщик картошки, конечно, не особый, но я буду стараться. Сделаем это все на сале. Никакого подсолнечного масла. Растопим сальцы. Ну, естественно, добавим чуть-чуть мясца. Потом мясо мы уберем, оставим этот жир. И на нем уже пожарим картошку. Именно кружками. По-деревенски. И попробую. Ну, конечно, плита другая. Другая сковородка, уже все современное. Но все-таки давно это не пробовал. Еще очень давно. Очень давно. Пускай жарится. Чесночок. Почему крышкой не накрываю? Потому что, чтобы влага быстрее уходила с мяса. Там, видите, уже жирок. Когда миску подрумянилось уже, я сейчас добавлю сюда лучок колечками. В картошку я его не добавляю, потому что не нравится он там. Мне лук, мне. Вот таким образом колечушки. Ну, не принципиально делать их красиво. И ждем, когда они тоже подрумянятся. Потом будем вот это все вытаскивать. И будем засыпать в этот жир топленый, который там, нашу картошечку. Она уже на подготовке. Так все наше мясо подрумянилось. Мы ее теперь вынимаем. Смотрит какой-нибудь Ивлев и ухахатывается над этим всем. Ну ладно. Поехали. Так, вот я все убрал мясо. Добавил чуть-чуть масла подсолнечного, потому что жира был мало. И сейчас в закипевшее маслице мы будем класть картошку. Картошечку, которая у нас замочена в воде. Попробую. И теперь по классике жанра, как делали наши предки. Не крышкой накрываем, а чашкой. Мне кажется, так будет вкуснее. Так как я люблю ее зажаристую, вот такой вот, я переворачиваю не так часто. Просто если чаще переворачивать, она у меня превратится в кашу. А нам не нужна каша, нам нужна целенькая. Ну, не знаю, что получится. Друзья, наша с вами задача – это пожарить ее так,
чтобы оставались кружки. Вот эти вот, они не разламливались. Потому что если они разламливаются, уже теряется статический вид. Но у меня не всегда получается. Поэтому вот как-то так. Сейчас я уже крышку снял, и она жарится без крышечки. Стараюсь часто ее не мешать. И когда мешать, я стараюсь лопаточку аккуратненько, потому что она сейчас такая картошечка ранимая. Лопаточку прям снизу. И вот так вот прям аккуратненько. Вот так поднимаем и переворачиваем вот сюда. И тем самым я ее структуру как бы не рушу. Ладно, я сейчас так ее помешаю, это попереворачиваю, мне просто телефон неудобнее. Бон аппетит. Вкуснятина. Не сырая. Бон аппетит. Вкуснятина. Не сырая. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До встречи!